знаю, что я сделаю. Тогда вот так. Нет, только не пистолет. Значит, город... Нет, какой? Это же должно быть по-честному! Здравствуйте, здравствуйте. А что, это так быстрый раунд? Я правильно... Всем привет. Вы на канале Крошки Евы. И сегодня у нас свиная дуэль с Йоши. Привет, Йоши. Привет, Ева. Ну, мы давно-давно собирались с тобой, и вроде как уже все друг с другом подуэлились почти, да, и вот только мы с тобой собрались. Да, мы остались, кажется, последние. Ну что, давай попробуем? Поехали. А с какой карты начнем? Может, пойдем в галерею? О, ну, не знаю. А, давай смотри, давай так, голосовать каждый за какую хочет, мы же пока не знаем, кто будет, так сказать, водить свининой, да. И как бы, ну... Чтобы было честно. А следующий уже выбирать будет тот, кто убегает. Ага. Ну, вроде звучит логично. В принципе, звучит как бы... Чуть не нажал на предателя. Все, это же предатель головного мозга. Да, это было бы слишком легко. Ага. Ой-ой-ой. Подожди, а какая карта была выбрана? Школа? Кажется, школа. А, все отлично. Как раз та, которую выбирала ты. Отлично. Да, так только что... выбирал я для себя свиньи. А, вот как. А я наоборот выбирал для побега. Угу. То есть ты решила взять то, что попроще, где попроще убивать, я правильно понимаю? Ну что-то да, были такие мысли. А, ах ты хитрая. Так, ну что, а тут как бы свинобабуля тебя уже ждет. Ой-ой-ой. Еще 15 секунд, и как бы да. Так, я просыпаюсь. Знаешь, я что хотел сказать? О, подожди. А я вижу, как будто дверь открыта, но там как будто вода. Вот это, поняла, да, которая дверь, где шестеренки? А, да, там, да. Бывает такой баг? Там надо слить воду. А я думал, то, что там просто как замочек. А, понял. Не-не-не. Забавно. Здравствуйте, здравствуйте. А что, это так быстрый раунд, я правильно понимаю? Ну-ка, давайте. Нет, мне нужно... Я капканчики еще пораставляю. Что тебе нужно? Ой, я слышала, да. Расскажи, что тебе нужно. Нет, не расскажу. Так, ты слишком быстрая. Как-то ты слишком быстро идешь. Ну ничего. Капканчики как бы мне помогут. Я не очень помню, где находятся двери. Вот. В чем моя проблема? Вроде карта классная, мне нравилась, но теперь я поняла, что я не очень ее помню. Да, жутко. Ева, знаешь еще в чем прикол? Легко находить человека по его тени. Ага. То есть, если ты на втором этаже, я тебя прекрасно вижу. Это было близко. Ой-ой. Я тоже люблю в такие штуки врезаться. Ну, врезайся. А я еще побегаю тут. Так, зеленый применила, голубой применила. И зачем я тебе это рассказываю? Так, а какой-то не применил. Давай. Нет, все правильно. Рассказывай дальше. Так, сюда еще. Все отлично, все верно. Куда ты не ходила еще? А вот. А вот куда? А вот не узнаешь. О. Так, что ты там разложил так много всего? Да, я убийца. Так, это нечестно. А куда это мы идем? Куда это мы собрались, уважаемая? Нет. Все, я ухожу. Куда ты уходишь? Ну-ка, давай, расскажи. Нет. Так, я тут спрятался, пытаюсь слиться со шкафчиками. Ага, я пытаюсь выяснить, где ты. Давай, выясняй. В какой-то момент я вычислю, где ты. Кстати, знаешь, много красивых скинов есть в свинине, но мне прям вот, знаешь, запала в душу свинобабуля. Ой, я тебя видел, но я спрятался. Да-да-да. Ага. Ага, да, вот. Вот такой вот я хитрый убийца. Я только что вообще-то в капкан попала, и ты мог успеть меня поймать. Но, кажется, он не сработал окончательно, меня он задержал, но он не было озвучено, что он меня поймал. Вот, так что... Ой, я еще один ключ нашла. Слушай, все отлично, пока что отлично. Отлично, да? Все отлично? Ну, да. Хорошо. Что-то ты там спрятался, я тебя даже не вижу. Я, так сказать, режим стелс включил. Давай, покажись. Нет. Так, что-то я тебя тоже не вижу. Ну, это опять, так сказать, майнд геймс. Слишком хорошо спрятался. Я просто в цвет шкафчиков, Ева. Ага. Да, это тебе небольшая подсказка. Если ты, конечно, идеально помнишь всю карту. Ой, я не идеально помню всю карту.
И кажется, я даже не знаю, что мне дальше делать, когда я открою вот эту вот дверь. Так, ну где-то она тут была. Вот она. Ага, то есть ты нашла. Ну, наверное, там будет что-то еще, и я возьму. Слушай, как хорошо. Что там? Что там? А вот, сейчас узнаешь, сейчас узнаешь. Так, только не говори, не говори, что это что-то плохое для меня. Ах ты. Да. Нет, нельзя. Ага, можно. Я же бабуля, Ева, ну тебе не жалко? Вот обижаешь бабулю. Я еще не обижаю. Зачем? Вот тебе что это принесет? Я еще не обижаю. Еще не обижаешь. То есть ты планируешь, я правильно понимаю? Ну, возможно. Ага. Так, ладненько. Ладненько! О! Ты дверь закрыл! Представляешь, я сейчас, знаешь, что хотел сделать? Я сейчас хотел нажать букву Е и открыть дверь, потому что так в Китти. А мне вот физика Китти очень понравилась. Точнее, не физика, лучше сказать, а просто сам принцип открывания дверей и вот проработанность. Да. Мне прям очень зашло. Ну да, есть такое, интересно, мне понравилось тоже. Так, что мы... Я встал, Ева, я встал! Я хотела сказать, что мы по кругу бегаем. О, боже. Поймал меня. А, мне повезло, да, подловил. Кошмар. Ты хитрый, очень хитрый. Немного, немного, я такой, да. Да, давай проверим, дальше я тебя буду ловить. Да, давай. Честно говоря, вроде мне оставалось не так уж и много, я вроде половину уже открыла, но ты меня перехватил. Ну да, ты прям хорошо открыла все. Ну да, но... Но потом стала бегать по кругу, и я это все дело заприметил. Ну что, в город? Ты хотел город вроде бы? А, нет, я хочу мол теперь, все, я передумал. А, ну, все, значит город. Нет, какой? Это же должно быть по-честному! Ладно. Вот, молодец. Следующую карту ты выбираешь для себя для побега, вот. Угу. Ну, посмотрим, посмотрим. Кстати, вполне возможно, что мол я выбрал довольно зря, потому что она довольно маленькая, эта карта. Да, она крохотная и можно поймать. Да, так что, возможно, я подписал себе смертный приговор. Посмотрим. Так, а какой у тебя, кстати, скин? А вот сейчас увидишь. А, это секретики? Да, секретики, я специально для тебя покупала. Копила. Ой, как приятно. Ева, очень приятно. Для меня такого никто не делал, правда. Так, ну все. Началось, уровень пошел. Выглядит жутко. Жутко? Да. Я еще его сама не видела. Слушай, мне уже интересно. И вот мне тоже. Так ручки тянет. Дайте поесть. Голодные свиньки. Ого. Слушай, я даже не знаю, что это за скин такой. А вот, вот, через 5 секунд увидишь. Нет! Только не 5. Это слишком мало, пощади. Так. Ну что, так, ну что? Так, ну ладно, я знаю, что я сделаю. Тогда вот так. Нет, только не пистолет. Сейчас узнаю как раз. Нет, не пистолет, все проще. Так, а что-то задумалась. Это девочка. Капканы слышу. Так, а ну-ка прекращай. Ну-ка прекращай. Вот так тебе, вот так тебе. Вот так, да. Так, а где ты? Я хочу посмотреть на тебя, я хочу на тебя посмотреть. Ах ты, ах ты. Нет! Блин! Пожалуйста! Пожалуйста! А, все, все в порядке. Так, а где ты? Где ты? Я не вижу тебя. О, боже, что ты такое? Ты скелет? А вот и я, да. Кошмар. Я скелет, я скелет. Нет, пожалуйста, скелет, отцепись. Не трогай. Так, это не по правилам. Нельзя. Да? Нет, нельзя. Так. Давай, я тогда так сделаю. А я иду по эскалатору на месте. Да, я вижу. Лунная походка какая-то. Ага, это точно. И ты так, тоже. Так, а я хитрю, смотри, хитрю, да. Я хитрю. Ага. Ну смотри, так. У тебя все время пройдет только на то, чтобы найти пули, меня застрелить и искать еще пули. Подожди, а у меня нет дополнительного патрона? Помнишь, ты рассказывал о том, что ну, он есть? И это только на предателя. А-а-а, блин, нет, так да, нечестно. Вот так. А, да нет, слышь, ты что такая быстрая? Нет, 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 нет. Так, ты прям там расставляешь их дофига. Ну-ка, прекращай. Мне такое не нравится. Пощади меня. Блин, да ты там прекратишь. Ну, ты же меня в прошлый раз не пощадил. Каждые 5 метров прям расставляешь. Ну нет, я расставляю только там, где нужно. Ага, а нужно тебе везде, я правильно понимаю? Ну почти. Мне же нужно тебя поймать. Так, блин, и тут еще, и тут все. Так, Ева, дай по... А! Как? Как ты сделала?
через перила разве можно прыгать, серьезно? Можно, я да, думал, можно. Нельзя, боже. Вот так. Ну, это, конечно, не по правилам, но можно. А, да ладно, ладно, нормально. Будем считать, что теперь по правилам, теперь можно прыгать через перила. Я просто не знал об этом, серьезно. Так, ну как-то быстро, но опять же карта маленькая, ну как бы... Это все оправдание, ну, да. Ева, просто да. Ты профессионально играешь и профессионально ловишь. Ой, поэтому, ну да. Спасибо. Так, ну что, какую карту ты будешь выбирать? Я буду выбирать... Ты знаешь, мне вот это вот нравится. Вот. Ага, Outpost, ну она да. Такая приличная, но вроде и делать там тоже немало. Она интересная. Мне вот как-то она вот только на нее зашла первый раз, и все. И она вот прям очень понравилась. Но она прикольная, я согласен. Да. И что я хотела сказать, ребята, не прыгайте через перила, это нехорошо. Да нет, на самом-то деле, это еще нормально. Меня, знаешь, очень раздражает, когда ребята застряют специально в каких-нибудь проходиках, и их невозможно поймать. И вот это меня прям очень сильно раздражает, серьезно. Да, на той карте. Просто очень, да, это точно. Да, ну, а вот такие штуки, ну, они, в принципе, в рамках нормы, я думаю. И если разработчик оставил это без каких-то дополнительных программ, то я думаю, что все в порядке. Угу. Так, а бабуля уже готовится. Бабуля тут распрыгивается, так сказать, чистит свою биту, полирует, да, шляпку свою поправляет на голове. Так что, кстати, у нее красивые светящиеся сиреневенькие глазки. Да, ой. Так. Где я появился? Так. А где ты появился? Ага, да так. Так, прекращай, я вижу, что ты хочешь сделать. Нет. Я уже это сделала, нет, да? Нет, да. Не надо. У меня был выбор между оранжевым ключом или оранжевой морковкой. И ты решила морковку, да? Ну, конечно, да. Так, хорошо. Нет, да отстань, пони. Очень вовремя, я как раз хотел поставить здесь ловушку свою. Капкан. Ну, ты здорово. Нет, не здорово. Ну, тебе здорово, да, тебе, конечно, хорошо. Ага, ты уже тут поставил капканы, я смотрю. А, возможно. Я не помню, где я ставил капканы. Ну, тут есть. Ага, тут так. Есть. А, ты через него благополучно перепрыгнула. А я с краешку обошла, там несложно. А, слушай, и правда несложно. Да, я как-то задом наперед прохожу эту карту, я так ни разу не проходила. Это звучит как челлендж, Ева. Да, ну посмотрим. Пройти карту задом наперед. Вот я видела, что ты рядышком? Да. Я же говорю задом наперед. Капканы там расставляет. Так, а какой у меня ключ я взяла? А, понятно. А то хватанула и даже не посмотрела на цвет. Представляешь? И какой же ты ключ взяла? А, расскажи мне. Нет, этот я оставлю. Зеленый, я уже открыла зеленую дверь. Зеленый? Угу. Да. Так, зеленый, значит, ты открыла. Ой! Ты рядышком! Я опять улизнула. Да что ж такое? Да, ты опять улизнула, все верно. Так, а куда ты хочешь? А куда ты хочешь пройти? Ева, уважаемая. Я пойду наверх. Наверх? Ладно. Так, куда ты пропала? Попала. Нет, ну блин! Да. Ну тут классно, тут реально есть где сбежать, тут реально большая классная карта. Да, удобно очень. Я выбираю не по принципу, где я могу сбежать, я выбираю по принципу, блин, какая классная карта, как она мне нравится. В принципе, все. Ну, она мне нравится как раз-таки из-за того, что тут можно легко сбежать. Ага. Да, вот так. А еще я почему-то ее лучше всех помню. Ага. Так сложилось. Так, а ты, собственно, где? Меня караулишь там. А что такое? Так, подожди, а что это тут за звук такой был? Страшно. Что это был за звук? А что это был за звук-то такой, Ева? Все, не догонишь. Да нет, опять! Ну, Ева, подожди. Нет, не подожду. Постой. Подожди. Постой. Опа. А вот это так, ты себе подписала танка, да? Смертный приговор, мне так кажется. Ну что, мы так будем друг друга ждать, что ли? Нет, я сейчас аккуратненько буду расставлять капканчики, да. Угу. А ты что думала, что все так просто? Ева, ты чего? Тебе не было видно? Я думала, я улизну. Да, ты все-таки не улизнешь.
Ну что, Йоши, я думала, я улизну, но у меня не получилось. Значит, придется отыгрываться вместе с тобой еще раз. Ну да, слушай, можно продолжить. Так что, ребята, ждите продолжения. А на сегодня все. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. И всем пока. Пока.